Всем привет, вы на канале The Gaming, а с вами как всегда Александр. Сегодня мы с вами поговорим о новой части GTA, а если быть точным, то о дате анонса игры. Да, анонс как бы был уже в прошлом году, а именно прошлым летом, но тогда Rockstar вскользь сказали, что работают над новой частью GTA, а после был глобальный слив по данной игре. В общем, 2002 год для Rockstar был не самым удачным и спокойным, и вот теперь снова инфа от самых разных источников и даже от тех, которые очень приближены к самим Take-Two. В общем, сегодня точно есть что обсудить. Друзья, как всегда перед началом ролика обязательно подпишитесь на канал и прожмите лайк, сейчас это очень важно для нашего канала. Всем спасибо за актив. И также, друзья, на Boosty у нас немного изменился челлендж. Теперь, как только мы наберем 30 подписчиков, мы устроим челлендж на выпуск роликов каждые 2 дня. Всего-то нужно набрать 30 подписчиков. Хотите много контента? Скорее на Boosty. Итак, что известно, практически все игровые форумы и СМИ начали пиарить инфу, что в мае этого года будет анонс новой части GTA, а именно анонс состоится 17 мая. Почему так скоро? Тот еще вопрос. Ведь еще в начале года было много информации о том, что анонс и первый тизер мы увидим только в конце 2023 года, а тут уже в мае. На это могли повлиять многие факторы, но как по мне, скорее всего, все из-за того самого крупного слива, когда почти все самое главное стало известно о новой части игры. Кстати, если под этим роликом вы наберете 250 лайков, то я выпущу ролик, в котором подробно расскажу, что ждет нас в новой части GTA. А именно поговорим о главных персонажах, о геймплее, какая будет подача сюжета, какой будет мир и взаимодействие с ним. Так что дерзайте. Возвращаясь к сливу данных, хакеру удалось предоставить в открытый доступ очень много интересной информации, а также примерный вид игры в плане графики и детализации мира. И тут игра выглядела очень даже плохо, по крайней мере хуже, чем Red Dead Redemption 2. И понятное дело, многие начали обсуждать этот момент, что почему так плохо. Да и уверен, Take-Two и Rockstar это понимали, хоть и были оправдания, мол, билд игры, который показан в этих сливах, очень старый, а поэтому никак не отображает то, что есть сейчас. И вот думаю, именно этот слив стал переломным моментом для Rockstar, и они приняли единственное, на их взгляд, разумное решение – это быстрейший анонс игры. Ведь думаю, все согласятся, что после анонса игры она еще более желанной для всех станет, и сколько будет обсуждений в интернете. Игра уже начнет хайповать задолго до выхода игры. Да и в тизере, думаю, покажут нам куда лучшую картинку, чем в сливах. Поэтому итог наших рассуждений прост. Анонс 17 мая 2023 года вполне себе реален. Он объясняется многими факторами и имеет право на существование. Пишите ваше мнение, как вы считаете, будет ли анонс новой части GTA уже меньше, чем через месяц и почему. А на этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр, обязательно оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал и прожимайте лайки. Всем до встречи, друзья.